Новую форму работы с родителями придумали в чебоксарских детских садах. Десятки семей объединяются по разнообразным творческим и спортивным интересам. В этот раз детский сад номер 143 пригласил своих соседей 65-го, 110-го и 122-го на семейный турнир в нашем шашечном королевстве. Вы готовы, детишки, наглядные загадки? Нет для боя у полков ни патронов, ни штыков. Что это за игра? Я не слышу. Сказочный король и королева проверили детей на знание терминологии и правил игры и дали командам задание пройти по станциям и собрать как можно больше корон. По условиям турнира победитель должен быть самым ловким и сообразительным. Для этого были подготовлены несколько интерактивных площадок. Здесь команды точно повторяли движения зарядки за инструктором, подменяющийся темп музыки, участвовали в эстафете и даже учились готовить пену для мыльных пузырей. Но главная часть состязаний проходило за доской. Может быть, и не самый умный ход в моей жизни, но, однако, как говорится в одном из фильмов, давненько не брал я в руки шашек, тем более в детском саду, на этом прекрасном детском шашечном турнире. И сколько здесь маленьких, наверное, гениальных детей, которые когда-нибудь, может быть, станут чемпионами. Кстати, родителям даже поддаваться детям не пришлось. Тренированные мальчишки и девчонки продемонстрировали хорошую спортивную форму. Меня научил играть шашки папа. Шашки нужны для ума. Я хочу всем ребятам пожелать победы. Совместная работа воспитателей с родителями – залог полноценного и успешного воспитания ребенка. Кто, как не сами родители, должны быть положительным примером. А цель этих простых, на первый взгляд, мероприятий – инвестиции в наше будущее. Это такое мероприятие, которое способствует развитию у детей логического мышления, умение ориентироваться на плоскости, умение играть по правилам. И воспитываются в шашках такие качества как у детей, как воля, целеустремленность, желание победить. То есть и в будущем это будет способствовать тому, что они станут успешными людьми, успешными гражданами нашей России. Массовые семейные мероприятия и праздники с участием сразу нескольких детских садов в городе Чебоксары продолжаются. На этой неделе они посвящены празднику святых Петра и Февронии Муромских, Дню семьи, любви и верности. Родион Архипов, Олег Якимов, Республика.